С этих колхозных полей, перелесков, с этой речки начинается родина, большая и прекрасная. Так учит мальчишек и девчонок Фаина Степановна Юдинцева, директор Спицынской средней школы в Кировской области. Нравственное, трудовое воспитание – главная забота Фаины Степановны. Многое сделано по ее инициативе. Это и ученические производственные бригады, и собственная школьная теплица. Заслуженный учитель школы РСФСР, кавалер ордена Ленина, Фаина Степановна Юдинцева пользуется уважением и авторитетом. Односельчане единодушно выдвинули ее кандидатом в депутаты местного совета.